снова. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в возвращение Гомункула. Очередное возвращение The Visitor, ребята, на наш канал. Это продолжение, это The Visitor Massacre at Camp Happy. Резня на в лагере счастья, ребята. И Гомункул, естественно, наш возвращается, чтобы сожрать всех людей, и не только людей, естественно, как обычно, в себя, скажем так, заглотить, будем проглатывать. В общем, друзья, давайте начнем, я в предвкушении, игруха должна быть интересная, по крайней мере, это продолжение любимого Гомункула, который прилетает на метеорите, поэтому я очень хочу посмотреть, что из себя представляет игра. Погнали, друзья. Будет интересно. Мы с вами снимали первую часть, вторую, и вот она, видимо, третья, может быть, четвертая, даже, может быть, я какую-то упустил, друзья, поэтому фиг его знает. Looks like a great night to watch the meteor showers. Отличная, говорит, ночь для того, чтобы посмотреть на метеоритный дождь, метеоритные дожди. Мы должны следовать в сторону горы, чтобы получить лучший обзор. Ты идешь, Стейси? Нет, спасибо, Брайан, я предпочитаю остаться здесь в безопасности, в палатке. Животные больше пугаются нас, чем мы пугаемся их. Just the same, Steve, we should stick to the trails. Да, то же самое, Стив, в общем, я согласна, давай лучше пойдем к горе. А то хер его знает, что может, соответственно, быть в тени. А какие гады вонючие могут нас пугать из тени. В общем, девушка испугалась. Ну и, соответственно, ух ты, тут какие-то животные, смотрите. Ну и, соответственно, наш Гомункул с вами прилетает. Вот он, ребята. Так, это управление, пробел кушать. Белочка. Ну что, Белочка, иди сюда ко мне. Ах ты сука какая, посмотрите, маленькая вонючка. Прячемся за кустик. И нападаем! 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 Я понял, здесь нужно соблюдать дистанцию, дорогие друзья! Я же должен был тебя сожрать, белка вонючая! Белка вонючая! Я не буду бегать за тобой вечно! Я ее зажму в угол. Смотрите, я зажимаю белочку в угол. Почему ее не съел? Подождите, у меня Гомункул вообще съедабельный, нет? А, нужно, чтобы она стояла на месте, друзья. Нужно, чтобы она стояла на месте! Вот так вот! Сучка вонючка! Так, хорошо. Теперь, ага, через кустики проходим. Черепашка. Что это у нас здесь? Eat water animals to gain the ability to swim. То есть, животные, которые перемещаются в воде, соответственно, их нужно съедать, чтобы у нас была такая же обилка. Так, так я ее не съем. Так я ее не съем. Маленький слоник, вонючек. А, это кабан вообще-то был. Да, теперь я стал больше, видимо, сейчас я смогу съесть, да. Я теперь могу плавать, у меня выросли плавники, как вы видите, друзья. И, соответственно, все довольно прекрасно. Идем дальше. Птичка. Птичка-невеличка. Полететь! Чтобы! А так вот! Теперь я летаю, дорогие друзья. Кабанчик! Огромный вонючий Гомункул у нас стал. Кисы! Сжираем здесь все. Кто здесь находится? Чья это ба... Так. Ага. Че, сука, спрятался от меня? Думал, спрячешься! Господи! Одежда, кишки, все в говно, дорогие друзья. Это было просто невероятно, это просто невероятно. Давайте смотреть, что будет дальше. Hi there, do you know the way to the mountain trail? Ты знаешь, как пройти на гору? Держите севернее, и вы найдете ее. Кстати, доносились какие-то странные звуки из леса. Будьте осторожны. Но это, как, конечно, наверное, услышали нас с вами, друзья. И наша задача, видимо, съесть вот этого бомжа вонючего, да, который здесь вот присел, как говорится. Поехали. Так, хорошо, что мы здесь имеем? Мы имеем мышат и кабана. Первым делом нужно съесть. Мышку! 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 Ой, там наверх какой-то проход. Белочка. Белку! Да, белку, ребята, сжираем. Сжираем белку вонючку, черепаха, кабан, прошу прощения. Теперь мышку. Да, первая мышка пошла, вторая... Вторая мышка не пошла никуда, ребята, у нас. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик. А здесь что? А, я могу пробраться через кусты. А вот здесь маленький кабанчик. Ать, и я стал больше. Птичку! Птичку-невеличку! Так, птичку сожрали. Хорошо, мы можем летать, друзья. Мы можем летать дальше, давайте смотреть. Черепашку, чтобы плавать. Да, теперь мы не можем летать, черт подери. Я убрал у себя обилку летать, чтобы... Так, давайте разбираться. Возвращаемся, видимо, обратно. Нам нужно стать больше, чтобы сожрать преграду на пути. А так. Я съел мышку и стал меньше. Эй. Это как понимать? Я сожрал мышку и стал меньше. Теперь я вообще не смогу киску сожрать. Черт подери, друзья. Я попадаю в неловкую ситуацию. У меня неловкое положение, и, соответственно, из него нужно как-то выбираться. Кабанчика. А, вот, снова сожрал кабанчика. Теперь мы можем с вами вернуться, соответственно, за киской и оттискать киску.
Кто-нибудь когда-нибудь кискал? Тискал киску. А, вот здесь я не могу пролезть. Здесь я не могу пролезть. Рыбка. Так, мы можем снова плавать, ребята. Мы можем снова плавать. Видимо, мне нужно стать меньше, потому что я стал большим. А мышки у нас уменьшают размер, насколько я понял, да? Ой-ой-ой, я маленький, да, посмотрите, я маленький. Я маленький, плывучий, гомункул вот такой. Ладно, давайте, ребята, поплывем туда, посмотрим, можем ли мы перейти. Соответственно, вот таким вот раз... Да, можем. Ну чё, бомжара, чувствуешь? Тебе никакой реакции, да? Я сожру тебя. Я сожру тебя, вонючка. Вонючка сраная. Оу! Headshot, motherfucker. Human devoured. I think we are heading the wrong way. Я думаю, мы направляемся в... Ну, то есть, неправильное направление мы идем. Я уверен, что это север. Почему вы не хотите подождать здесь? Я пойду прогуляюсь, посмотрю, правильно ли мы идем. Ну окей, оставайтесь. The Visitor is sponsored by что-то там. И это у нас новая, ребята, новая карта какая-то, да, получается? Так, что мы здесь делаем? Мышка нас уменьшает, да, мышка-нарушка. Нам нужно найти белочку. Есть цапля, есть рыбка. Давайте попробуем хавнуть рыбку. Кабан большой, кабан, соответственно, кабана есть сейчас не стоит. Идем вот сюда. Здесь должна быть белочка, либо что-то так, либо птичка. А птичку эту я могу сожрать? А, да, могу. Могу перелететь, ребята, куда-то. Давайте проверим. А, и здесь маленький кабанчик. Хорошо. Могу ли я сожрать... Цапеля не могу сожрать. Цапеля не могу. Мне нужна белочка, чтобы пробраться сквозь кусты и сожрать, соответственно, пацана, который сидит там, ребята. Мы здесь с вами раскрываем тайну перевала Дятлова. Да, теперь я съем всех. И кисок. Оу! Упал, прошу прощения. Оу, еще раз упал, прошу прощения. Не могу сожрать, не могу сожрать. Так. И плыть я не могу. Нет, смогу. Да, я могу плыть теперь. Я теперь могу плыть. Дальше, что мне это дает? Птички-то больше нет. Блин, да не падай ты, ёптить. Перелететь тоже не могу. А мне моя задача найти белочку. Да, мне нужна птичка. Птичка-невеличка. Вот, вот это мне и нужно. Вот теперь я могу сожрать цапеля. И что мне дает цапеля? Съедабельность. Я-то пройти здесь не могу, ребята. Что мне дал цапель? Не понимаю я. Так, может быть, здесь есть какая-то тайна? Какая-то тайна за семью замками? Наверху там ничего, здесь ничего. Чтобы пробраться вот туда вот, да, в эти крайние области, соответственно... Мне нужна белочка. Доски. Что, я разломал на доски, да, все здесь. Белочки здесь нигде не видно. А мне нужна белочка, чтобы добраться до лагеря с бомжом, который стоит там. Цапель. Что мне дал цапель? Цапель ничего, наверное, мне не дал. Так, подождите, а могу ли я... Я понял. Так, я понял. Мне нужна способность... Мне нужна способность кисы, получается, да? Чтобы пробраться через те кусты. Но так как я здесь вырубил цапеля, мне нужно уменьшиться. Да. Вот таким образом. Да не падай, маленький. Не падай. Так, идем вот сюда. Ну чё, бомж, привет! Оу! Сердце минус! Human devoured! Мне написали, друзья, и это своеобразная победа. Привет, мам. Ты здесь не видела пацана, говорит, с бородкой короткой. Sorry, can't stay. Can't say I have, but he wandering. Romina здесь что-то говорит, ходит вокруг, бродит и пугает животных. Это не звучит хорошо, говорит нам пацан. Ох, господи. О, господи, это что за замес, ребята? Как нам справляться теперь вот с этим говном? Как нам выходить из этой ситуации? Так, ну давайте смотреть. Давайте смотреть. Слоник, да, есть у нас? Слоник нас увеличивает немножечко, да? Но! Это нам ничего не дает, ребята. Поэтому нам нужно возвращаться обратно. Слоник здесь сейчас не нужен. Цапеля мы... Белочка. Цапель охраняет... Ах ты, сука, это мне под цаплей нужно белочку, что ли, вырубить? Так, тихо. Да, пошел в жопу. Пошел нахер.
Так, если я стану больше. А, подождите, если я стану больше, что это мне даст? Черепашку? Да, понял. Все, я понял. Теперь делаем вот таким вот образом. А не сделаем мы... А, мы вот так сделаем. Вот. Бобра не можем убить, да? Бобра не можем убить. И этого не можем убить, ребята. Все очень плохо у нашего гомункула. Меньше мне становиться не надо. Мне придется... Ах, ты сожрали меня. Так, ребята, довольно интересный вариант у нас развития событий здесь. Это уже сложнее, это уже сложнее. Здесь нужно хорошенечко так продумать свое движение и действие, скажем так, да? А идем вот сюда. Идем вот сюда. Потом мне, наверное, нужно будет уменьшиться, чтобы проскользнуть мимо бобра. А нет, он и так нормально. Нормально, ребят, не нужно уменьшаться. Да, вот здесь что я должен буду сделать. Так как я... Ах, теперь я могу что-то сделать. Так, ну я бобра только убрал. А дальше-то что? Типа я... Нет, бобер быстрее, смотрите, цапеля. А, цапель умеет у нас летать, друзья. Так, хорошо, понял. Дальше, зачем нам киса? Зачем нам киса нужна? И... Эу! Я зря это сделал. Я понял вас. Так, мышечка, мышечка, прошу прощения, мышка, иди ко мне, теперь ты мне нужна. Вот сучка бегает, посмотрите, сучка знает, что она хочет. Эй-эй-эй-эй, вот так вот хорошо, вот это мне нравится. Идем теперь вот сюда. И делаем вот так вот, нужно до мамки добраться, да? Мамку защищают. Ой, вот это дичь какая. И как мне это сделать? Черепашку выманить и прошмыгнуть? Да. Прошмыгиваем здесь, ребята. Прошмыгиваем здесь. Офигенная игра. Офигенная игра. Я вам дам ссылку в описании. Попробуйте сами. До мамки я доберусь. Иди сюда, мамка. Вот так вот. Лужа крови остается от мамки. И у нас очередной уровень, видимо, ребята, с вами пройден. Все довольно просто. Все довольно просто, как казалось бы, да? Кто здесь? А, не подходи ближе, у меня есть нож. А, успокойся, мы как бы здесь ищем нашего друга. Я слышал ужасные крики, что-то там находится. Вам лучше как бы найти убежище. Я напугана, Стив. Давай просто найдем Брайана и вернемся в лагерь. Жесть какая, друзья, жесть какая происходит. А, гомункул наш очень сильно досаждает, соответственно, ребятам, насколько я вижу, да? Вот это дичь. Это моя новая жертва. Ни хрена себе. Давайте здесь все вскроем. Всю эту дичь, которая здесь есть. Так, и рассматриваем, что мы здесь должны с вами поиметь. А должны мы что-то с вами поиметь, да? Енот вонючий. Так, тихо. Тихо. Енот не даст нам пройти. Но можно пробежать вот так вот прошмыгнуть. А, здесь у меня уже вес больше будет. Маленький кабанчик, хорошо. Маленький кабанчик не дает мне никаких преимуществ, кроме размера, да? А вот енот что мне может пукнуть дать? А, енот дает пробираться нам сквозь заросли. Хм, здесь нам нужно уменьшиться. Нам нужна мышка, либо что-то такое. Здесь я могу... Ага. Большого кабана я убить не могу, ребята. Он слишком большой. Давайте осмотрим углы. В углах я тоже не вижу. Ага. Мне нужно стать меньше мышки вонючки. Так. Вот так вот. Все, я стал меньше. Меньше уже некуда. Теперь я видел где-то узенькую-узенькую дырочку, да, в которую я должен попасть. Вот сюда. Здесь у нас черепаха. Но, да, черепаха даст нам возможность плыть. Черепаха дает нам возможность плыть. Соответственно, мы плывем вот сюда. Здесь у нас енот. Идем вот сюда. Что дает нам возможность плыть? Ой, бобер у нас есть здесь, да? Я не могу проплыть вон туда. Угу, угу. А зачем мне возможность плыть? И зачем мне бобер? Бобер меня не пускает. Поэтому мне придется сделать вот так вот, наверное. Ах, зачем мне это надо было, ребята?
тупанул я. Мне нужно было просто подсожрать как можно больше, соответственно, гадости всякой, ребят. Придется искать мышь, либо что-то еще, потому что я нахожусь в жестком тупике сейчас. Хотя нет. А зачем нам вообще плавательным быть? А, чтобы попасть вот сюда. Все, конечно же. Конечно же. Конечно же. Все понятно теперь. Все теперь абсолютно понятно. Нам нужна черепаха, друзья. Нам нужна черепаха срочно причем. Черепаха находится внизу, насколько я помню, да? То есть вот туда вот должен быть проход. Уменьшаемся до мышки, короче. Где-то здесь это находится. Да, я все в верном направлении делал. Ребята, тупника здесь поймать, конечно, можно просто по жести. То есть главное запоминать вот эти, да, места, эти положения и так далее. Блин, игруха интересная, игруха интересная. Очень много таких подобных игр, очень крутых. Вот так вот делаем. Нехер здесь раскидываться едой, блин. Нехер едой раскидывается. Возвращаемся обратно. И, соответственно, там мы берем черепаху. И нам нужно просто переплыть, выбраться. Вот так вот. Вот так вот. И нам нужно будет где-то мышь найти. Зачем нам бобер? Так суть бобра я и не понял. То есть здесь мне как-то нужно... ёптана. Извините. Привет, бомж! Вот так вот. Минус голова бомжа, ребята. Human devoured. Так, хорошо. И этого пацана забрали. Я... Мне холодно, и я напугана. We are protected by the mountains. Stay me... В общем, говорит, оставайся у огня, мы защищены горами. Соответственно, нам осталось убить две жертвы с вами, да? Фу, а вот это уже сложнее. Вот это уже сложнее. Зачем это все? Зачем столько говна нам нужно? И где мы приземлимся? Они думают, они защищены. Я видел белочку. Но они ни хрена не защищены! Белочка! Белочка, сука! Иди ко мне. Иди ко мне. Я все равно тебя съем. Белочка-вонючка. Надо прижать ее, прижать белочку. Вот так вот, да. Так, как можно забраться к девушке? Давайте осмотрим территорию. А, здесь киска вонючка, да? Киска, которая нам мешает. Кого я могу подсожрать, пока киска мне мешает? Я могу вот так вот оббежать. Так, скорости мне не хватит, чтобы, соответственно, обойти ее по-другому. Идем вот сюда, смотрим, смотрим, ищем, 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 ищем. Кабанчик, да. Вот, нам нужно как-то сейчас каким-то образом чудесным или не чудесным, ребята, вырасти и, соответственно, сожрать кису. Нихера себе. Так, понятно, 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 я понял, я понял. Так, два действия я запомнил. Птичку я сожрать не могу, потому что мне нужна рыбка. Где-то должна быть рыбка, ребята, чтобы добраться до птички, да? Цветы тоже мне никак не помогут. Здесь главное сейчас не сожрать мышей. Мышки нас уменьшают. А, сука, блядь. Так, хорошо. Теперь мы умеем летать. I believe I can fly. Ну, а что нам дает, что мы умеем летать? Куда мы можем добраться? Чтобы съесть кабана. И освободить проход. А, нет, тут мы не перелетим, друзья. Тут мы не перелетим. Как же это интересно, блин, безумно, да? Ну, получил я возможность полета. А дальше что? Стать меньше мне здесь не нужно. Мне нужна белочка. Мне нужна белочка, да? А к белочке... Зачем мне тогда была птичка нужна? Птичка меня не пускала, точно. Теперь я прохожу вот сюда. Забираю черепашку. Черепашку я съел. Я получил быть в рыбкой возможность. Но! Мне нужно добраться до кабана. И просто рыбка... Я понял. Вот таким вот образом, значит, да? Мы отрабатываем эту тему. Потом нам нужно съесть кису. Кису я съесть не могу в таком размере. Могу. Теперь нам нужно просто уменьшиться, вернуться и забрать мышки, мышки, которые должны быть наверху. Насколько я понимаю, да? Белочку главное не жрать. А так вот. Иди сюда.
Иди сюда, вонючка. Вот так вот. Ну-ка. Во. Вот. Теперь я сделал абсолютно все варианты действий, которые мне нужны были. И, соответственно, та девушка не выдержит нашего с вами напора. Иди сюда, сучка. А так вот на палочку насадили ее. Human devoured. Фу. Он остался один. Hello. З. Мне нужна помощь. З. Неважно. Там кто-то спит? Теперь мне нужно убить этого кого-то, кто там спит, да, насколько я понимаю? Черт подери, ребята. Здесь вообще жесть какая-то, ребята, у нас происходит. Полная причем. Так. Так, тихо. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Цапля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И как я это должен сделать? Вы че, блин? Пошутили, что ли? Енот. Сука. Так, енот, 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 енот. Обходим енота аккуратно. Проходим вот сюда. Здесь должно быть что-то маленькое, типа белочки, друзья. Как и насколько... Кабанчик. Чем мне дает возможность плавать? А, бобер здесь меня не впустит. Цапля, 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 цапля. Цапля тоже дикое говно. Мне нужно добраться до кабанчика. Видимо, должен... Ага, я понял. Есть какой-то островок, видимо. С чем-то лучше, чем то, что у меня сейчас, да? Белочкой, например. Теперь ее еще нужно подзажрать здесь. Потому что бобер мне не даст. Так, хорошо. Теперь я могу бегать туда-сюда. А, насколько я понимаю. И могу добраться до кабанчика, ребята. Стал больше, да? Я стал больше. Могу попробовать есть бобра. Нет, бобра есть не нужно. Могу пробраться вот сюда. Здесь тоже бобер. А зачем мне здесь бобер? Не, ага, подождите-ка. Енотов не могу, да? Или могу? Вот так вот. Вот так вот, сукё. Могу ли я пробраться выше? И что мне это дает? Куча птиц, куча птиц. Ребята, это жесть какая-то. Ах ты, сука! Ребята, я потерял все жизни. Это было нереально эпичное приключение, на самом деле. Нереально эпичное приключение, и мне придется все пройти вниз заново. Блин, у меня очень мало жизни. Очень мало жизни, и, соответственно, там я так хорошо это дело все проходил. А теперь вот придется вот так вот тупника ловить, ребята. Подальше от них, если обходить, то все будет хорошо. Но у меня очень мало жизни, поэтому у меня очень маленькие шансы. Вот таким вот. Ладно, я понял, как нужно проскальзывать. Забираем рыбку. Теперь плывем. Плывем вот так вот. Чтоб бобер нас не достал. Так, идем вот сюда. Здесь вот нужно съесть белочку. Сука какая, а? Белочка, у меня нет времени с тобой играть в игры такие вот. Так, пробираемся вот сюда. Пробираемся вот сюда, и нам нужен слоник, да, насколько я понимаю? Слоник, который находится как раз вот здесь. Слоника я съел. Возвращаюсь обратно, если я правильно все помню. Здесь нам нужны еноты. Они нам дают хпшечку, кстати. И здесь нам нужно обойти кису. Обойти кису и съесть мышонка. Обойти кису вот с этой стороны. Киса не может нас достать. Перебираемся вот сюда. Сука! Вот сюда перебираемся. И все у нас благоприятно становится, да? Теперь мы можем летать. Мы маленькие и летучие. Что это нам дает? Ой-ой-ой-ой-ой. А этих птиц я не могу сожрать. Но зато могу перелететь вот сюда и съесть кабанчика, чтобы съесть птичек, насколько я понимаю, да? Да, птицы-вонючки? Да! В говно просто аж. Позвоночник один остался, друзья. Вот это да, вот это да, вот это я понимаю. Итак, I'm lost and can't find my friends. I think something terrible has happened. Я потерялся и не могу найти моих друзей. Something ain't right. Короче, видел метеорит, который упал. Мы должны идти, здесь небезопасно. There ain't nothing gonna run me out of them. В общем, говорит, ничто не заставит меня бежать от них. We need to find help, I'm out of here. Нам нужно найти, говорит, помощь.
Чувак сидит, жарит сосиску и не понимает, что гомункул уже идет за ним, дорогие друзья. Гомункул крадется за ним. Так, идем дальше. Идем дальше. Пытаемся смотреть, что здесь может быть, ребята. Вот это да, вот это игруха, ребята. Вот это... Ты-то мне и нужна. Так, белочки сзади мы пристроились, соответственно, ее забираем. Теперь у нас есть возможность, соответственно, быть белкой, да? Возможность быть белкой дает нам много-много всего интересного. Но здесь все настолько запутано, что хрен его знает, как это проходить. Там цапля, друзья, там... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это дичь. А мне нужно перелететь в итоге, да, к нему? Да, мне нужно к нему перелететь. Но я могу плыть. И что это мне дает? Мне нужно попасть в то место, где можно плыть. Давайте смотреть. Давайте искать. Вот слоник там, черепашка, слоник и прочие, да? Но прежде чем это сделать, мне нужно съесть кабанчика. Так. Вот так вот, да? Теперь берем рыбку. И идем вот сюда. Вот так вот, ёптана! Теперь мне нужно сожрать какую-нибудь большую птицу, насколько я понимаю. Так, енот нам тоже дает прогрызаться сквозь деревья. Кабанчик уничтожен. Там я все сделал. Давайте смотреть, ребята, какие вариации у нас еще возможны. А, я понял. Во! Вот теперь ты будешь мой, сука, блядь. Да! В говно! В итоге жарит не сосиску, друзья, а жарит свою голову, пацан. Ну так, запутано относительно. Help me, there is something out here, I think my friends are dead. Помогите мне, я думаю, что-то случилось. Послушай, приятель, I only get one weekend of year. У меня один раз в году только отпуск, говорит. Я хочу провести его зашибись, поэтому дай мне отдохнуть в моем отпуске. И перестань беспокоить меня по прочей херне, говорит бомжара, который, соответственно, плавает вот там. Ну а мы, ребята, продолжаем. Это просто жесть. Предыдущий уровень казался очень запутанным. Здесь что, придется съесть слоника сразу? Ну да, я стал больше. Но это лишает меня средств перемещения куда-либо, насколько я понимаю, да? А нет, вот сюда могу пройти. Чтобы стать мышкой снова? Ну давайте сделаем так. Так, значит, слоник нам просто так не нужен, друзья. Слоник нам не нужен, бобер охраняет внизу. Нам нужна белочка, как минимум. Насколько я понимаю, да? Нам, наверное, нужно найти все-таки белочку. Белочку можно и маленьким съесть. Как бы, как я понимаю. Насколько я помню. А птичку вот... А, нам нужна птичка. Нам нужна не белочка, нам нужна птичка, ребята. Здесь маленький слоник никуда не убежит. Соответственно, гомункул просто его прогрызет. Так. И теперь идем дальше. Теперь идем дальше и забираем птичку. Мы забрали птичку, можем перелететь и вернуться, да? Так, здесь только переплыть. Какие же варианты, друзья? Маленьким летуном мне быть не нужно абсолютно. Сжираем его. Перелетаем сюда. Здесь у нас цапли. Сжираем енота. Так, а цаплю мне... А цаплю мне это не сожрать, ребята. Зачем я сожрал енота? Ай, наверное, енота и надо сожрать было. Да, и стать побольше, чтобы сожрать енота. Да в смысле, я влево иду? Ребята. А, мне нужно меньше стать. Со способностью енота. Все, понял, здесь не белочка. Здесь есть способность енота, друзья. Это все, что у меня есть, к сожалению. Это все, что я имею. Так, тихо, главное, не умирай. Главное, пожалуйста, восполни хпшечку. Восполни хпшечку. Стань больше, да. Теперь я уже могу двигаться по кустам, насколько я понимаю, да? Но не смогу прийти налево просто так, потому что я стал больше. И в этом моя проблема. А, я понял тебя. Ах ты, сука! Меня размозжили, ребята. Здесь-то все не так-то просто. Друзья. Это уже, блин, не просто так. Это уже серьезная карта. Это уже катка такая.
Очень злая, ребята. Но мы вроде бы все запоминаем, все маршруты, поэтому двигаемся, естественно, туда, куда нам нужно двигаться. Игруха, блин, безумно интересная, очень крутые головоломки. Но они довольно легкие, как бы, в принципе, ты понимаешь, да, что тебе куда. После первого фейла ты запоминаешь, в принципе, куда тебе нужно двигаться, кого сжирать и что делать дальше. Таким вот образом мы сжираем мышку, хотел сказать я. Да, и теперь нам нужно просто обвести вокруг пальца цаплю, которая стоит ближе к верхнему краю. Она будет охотиться за нами, и нам нужно просто здесь прошмыгнуть вот таким вот образом, да? Стать больше, идти вот сюда, там съесть черепаху и доп... О, это ХП мне восполняет. Вот, давай мне, рыбий плавник. Так, здесь я пройти не могу. Угу, угу. Так, здесь плотину охраняет этот гад вонючий, который нам не нужен. И нам нужно добраться до мужика, который находится внизу, насколько я понимаю, да? Черт подери. Это интересно. Хм. Здесь вот так вот мы объезжаем. И когда я попаду к мужику-то? Наверное, проще пройти вот так вот, да? Хотя я не знаю, к чему это приведет нас, ребята. Здесь везде узенькие проходы. У нас все-таки фулл ХП, но хрен его знает, к чему это нас выведет. Кабана могу? Да, кабана могу. Теперь я могу сожрать любого бобра. Иди сюда, вонючий. Так. Все понятно, понятно, я понял. Кемпинг находится чуть выше у мужика, и нам нужно просто пройти вот в этом направлении. Давай! Идем еще выше. Ну чё, сука, блин? Отдыхаешь? Отдыхай! Вот так вот. Минус все тело. Ребята, охренительно. Охренеть. Столько способов убийства. А вот ты остался один. The cave's in my only chance. I can... В общем, мне нужна... Пещера — единственный мой шанс достичь утра. То есть дожить до утра. Он остался один. И это, видимо, финал игры. Хотя, может быть, и не финал, я не знаю. Но и миссий здесь довольно много, друзья. Миссий здесь довольно много. Значит, мне нужно просто прийти к нему туда, да? Казалось бы. Казалось бы, как все просто, ребята. Птичку нужно сожрать. Ну, сучка. Не лети туда, птичка. Бобер, уйди. Ой, здесь очень сложно, ребята. Вот так вот. Все, теперь я могу вылететь из-под бобрового надзора, как говорится. И, соответственно, теперь мне нужно найти рыбку. Блин, ребята, вот это уровень, вот это жесть. Явно сюда, явно сюда. Ха, мне нужно стать больше, прежде чем я сюда прилечу. Говорю, явно сюда. Нет, ребята, не все так просто, как казалось бы. Здесь тоже большая киса. Ой, вот это намудрили, вот это намудрили. Цапель-то, цапель. Белочка. Белочка, 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 белочка. Вот ты-то мне и нужна. Берем белочку. Ну, отсюда мы никак никуда не выберемся. А, нет, выберемся. Вот так вот прокрадываемся вот сюда. И тут есть слоник. Чтобы стать побольше, понятно. А потом улететь отсюда. Все, я понял. Берем слоника. Немножечко ХП у нас восполняется. Главное не падать вниз, проходить все аккуратно. Затем забираем птицу. Теперь мы можем точно так же перелетать, как и прилетели сюда. Но съесть енота, насколько я помню, да? Мы можем съесть енота с вами теперь. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Возвращаемся к еноту. Так, 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 так. И я могу пробраться куда-то еще. Зачем мне здесь белочка, если я уже имею способности белочки? Нет, здесь... А, вот она, способность рыбки. Вот она-то мне и нужна была. Но там же у нас... Подождите. А способность рыбки, зачем она мне? Здесь. Вопрос, если я отсюда никак выбраться не смогу. Зачем мне способность рыбки здесь? Что за бред, ребята? Я в тупнике? А нет, не в тупнике. Вот, теперь мы пожрем всех бобров. Соответственно.
чтобы они нам не мешали. Правильно? Правильно. Дальше. Я стал большим. Я стал большим, но зато могу переплывать все вот таким вот образом. И теперь могу использовать белочку в своих целях. Что дают мне кусты? Куда я могу... Ага, никуда. А здесь мне придется перелететь. Да, вот таким вот образом. Здесь я могу перелететь. Но сюда-то мне в способности рыбки-то нужно. А-а-а! Иди сюда! Get over here. Human devoured. Вот такие вот дела, ребята. 10 тел было найдено в лесу. Кишки. Все в шоке, значит. Гомункул победил снова всех, дорогие друзья. Это просто дичь какая-то. Мы с вами неплохие такие достижения, насколько я вижу, получили. Было очень клево. Вам спасибо за ваши лайки, дорогие друзья. Эта игруха невероятно крутая. Ссылочку я вам оставлю в описании. Ну а с вами был Шиморо, и мы увидимся на следующем видео. Желаю вам всех ваших жертв доедать, как вот этот гомункул. Всем пока!